Давай на Холи Пал. Ой, шамана. Хорошо. Будешь меня поднимать? Если Джерри, ты мне когда 20к отдашь? Ты мне даже не 20, ты мне уже 22 должен. Чего? Ты мне 22к голды должен уже. Что? В смысле, за что ты у меня впереди драл на штаны? И так все не уплачиваешь. Проценты так капают. Какие проценты? Ты мне просто так дал штаны. Что? Я тебе дал под 14 годовых. Под штаны сколько? 6к, по-моему. Или 5, я точно не помню. Я тебя когда их купил? А, не, я их не купил, я их скрафтил точно. Я их тебе скрафтил, по-моему, 2 месяца назад. Ну вот и считай. 22к голды ты мне должен, и 582, там 93 серебра и 52 медь. Ты бухгалтер, что ли? Ну, конечно. Он еврей. Мне кажется, все евреи бухгалтеры. И армяне тоже. Ага. Армяне куда больше, да? Ага. Так армяне, это же евреи. Кто там бафайте, рейд что ли? Олег, Тиману зовите? Не. А я бы не смог на него никогда. Кто из вас тьму захилит? Я. Шаманы. Вдвоем это. Там не будет хила третьего. Типа в два хила хочешь? Выбираем. Если нет, то будет. Надо хорошую флаг энергии. Если ты нам дашь хоть шипышку, ну вот. А, блядь, ваш шипыт. Я не знаю, я скажу так, мы. Он очень долгое время хилили его хила во тьме. Можно похилить. Так даже вроде будет повеселее, только ты хоть дай нам того человека, который будет на ману заливать. А это ШП. Если там раз-таки не слаг, то есть капли кидает нормально туда, может. А можно без капель, вам главное, чтобы ману кто-то залил, может, ману, блядь, да, там. Тоже надо кого-то. Мы там по мане как сядем, так мы там, бля, с кем я там буду ходить, как охуеть. Как сядете, так и не встанем, типа. Ну, как ВРС 25 обычно. Ну, там ретрики должны помогать еще. Капли кидать, на рок, флешки кидать на хила или на танка. Хил страхует и танка, и хила, который несет метку.
У тебя есть природная стремительность на первую метку, и то ее надо взять только тогда, когда тебе 60% слезли, ты выносишь метку и там приседает. Спасибо за совет. Это я говорил шаману. А, я понял, раз у меня тоже этот скилл есть. Брейда там можно одному хилить свою метку, там ничего сложного. Вставай, шаман. О, странно, что я не заметил раньше, тебе надо спек перебить тогда. Ко мне? Утрбол. Не перебивай, пока есть время. Каску друидам дайте, пожалуйста. И шаманам тоже. Кристо, у кого есть хилоспек? ДЦ. ДЦ? Да. Ну ладно, если попробуем два хила, но если там будет все плохо, то спекнешься. Че это за меч у тебя такой, откуда он падает? Три акула кита, бафайт. Ты захильте этого босса, хотя без него мне надо тут идти. Паладин, распределите кулаки каска, я квест бафнул. И три кулаки. Че это за меч? Старт, ДК, вол. Я отошел пока, хильте без меня. А, Джерри, держи его. Ассиста держи. А пошел и хота, че, только один хил будет? Или два? Выступление снимут, какие проблемы. Ладно, похилил, давайте, пошли. Папу дай. Тушка с Геры. Дайте им по 5 рыду. Ну, снимите гутербол. 4 хила нам хватит. Начинай по-хуйски. Так. Цирк приехал.
руку, то кто забирает его? Как первый бегал второй? Бой сильнее страдания. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Блядь. Он далеко отвел, короче, от хилов. Я не достал просто. Я тоже не достал. Я не достал тоже. Блин, тем более ты танчил. Я тоже не достал. Здесь произошли страшные. Я тоже не достал. Не достал нихера. Удаляй этих чаров, которые тебе дали. Ну я имею в виду Эбби. Ты кидал его какой-то. А мне пох. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. 4 паладина, дайте один на МП5. Кажется, МакЭми это вот этот Фелин. Да там все пизжено-перепизжено, это там Тереса, бывшая порнушка. Там на Ханте и на Маге Ренейм висит, в любой момент можно ник изменить. Гибанг, золото, камни, все короче там есть, он походу тупо забил и ушел, хз. Все равно их одевать не буду, добиться. Он потом в любой момент зайдет и продаст их нахуй. Ой, там есть ГБ, то скинь куда-то. На аккаунт себе. Ты хотел, чтобы я тебе что ли скинул? Да. Хорошая попытка. Так все равно ты не играешь. Я теперь с тобой. Ну и тебе не достанется. Не дай тогда. А ты кто? Тот, кто тебя поднял. Брат, понял. И все. Блять, не сидел, фу. Ну, в кашу. Знайливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище. Еще два хила у тебя, да? Да. Только нам по-любому надо шпыш какой-нибудь. Пускай паладины там кто печати, тебе это бьет, кто тебе. Он двум джерям в тьму пойдет. Хуйню придумайте. Дотти спекните для себя и все. Да нет, давайте лучше два. Так хоть веселее. И хилить есть что. А когда шамана ты там ставить вы раскинуть? Давайте поклонский танчит свет, рискать тьму. Метки не спели цвету. Я. Потом. Гутербал, хатай, хилит тьму, шустрый. Шам, стил, свет. Четвертая пати оставляется добавлять голему. Это все.
Шамана не хотите цумонить? Баф Парайд, диплом бафает Кас, Прота, Рай, Триакула, Кифлэш, Блад, Каски и Стил Монрек. Раздайте баф. Давайте клеймон и Войд Бист, будьте заливать ману сначала Гутербол, два инера давайте, потом шустрому шаману. Шустрый шаман, ты возьми не сильно хиль, чтобы не просесть по ману. Да погоди, я возьми, я уже забыл. Чек на баф, там на пул. Не понял, погоди, так ты же говорил, святу хили, правильно? Постоянно. Святу хилишь. Все, понял. 5 МП5 по локу. Так, да, лук поставьте. Банк. Вы сегодня по тактике ничего не менялось для танка? Все, давай иди, начинай. Ничего не поменялось. КГБ нужно. Да, ты не первый смотрит. Только смотрим. Блин. Свалили из-под босса. Босс ушли, метеор смотрим. Бежали метеор. Центренька метка, сам себя, там есть дистал. Возвращайся. Захиливает. Кибаса сильнее. Уйдите из-под босса. Перебежали. Уже нормально бейт. Тайпати остается добивать. Не забудь. Джеспан. Так, давай рискат прожимается, заходи. Заходим. Квадрат, стали все в квадрат. Квадратик. Посмотрим. Дай метку. Ты сможешь подиспелить у меня или нет? Очень сел, походу, походу. Понял. Залейте, что вы там добили голем? Это и метка. Шатали. Хорош. Да, падайте, танк умер. Спекайте в ДЦЛ. А чем мы так и будем тут вайпаться? Блять, герои, блять. Thank you.
Сейчас бы танку не захилить. Фу. Могу на хапала там зайти, либо на ДЦ, либо на ШП возьму. А чё там по деталям смерти? Ну тут, короче, пристранная ситуация, как будто его не хилили 2 секунды, потом тикнуло омоложение, жизнь земли по косарю, и потом не хилили еще 2 секунды. Ну, такая вот примерно ситуация, между двумя ударами. Ну там 4-4, короче, 28 тысяч атака ближнего боя и 2.31 это самое 26 тысяч, короче, вот такая хуйня. 2 секунды. Танки сами хилятся во тьме, их не надо хилить, если че. Танки сами хилятся, да, кстати, можно в свет всех танков, ой, бля, хилов поставить. Да, по нему даже не дали волну исцеления, вот ему первая атака пришла 35 кусков. Потом... Пока не спекайся, давайте ща будем, ща убьем. Потом хильте волной, пожалуйста. Ты же не цвет стака. Там так что я два раза была. Я не успел на него даже повесить. Повесил немного, если и потом пикнет. Я извиняюсь, я не услышал, мне спекаться или нет? Нет. Окей. Криста бафлап. Клейм Геота, что вам не хватает? Зипер, что не хватает? Дайте кулак повару. Что, все готовы? Зашли за линию? Погнали. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Он выпал честь. Узреть начало эры. Треметка. Метка. Диплом. Он себя через хвост. Прибежали, смотрим, сейчас лужа будет литься. Уже нормально. Давайте босс убейте. Олень метка. Сам себя кошем снимешь. Тут метка метеор. Тут была метка сам себя. Хвост. Перебежали метеор. Уже нормально в танка, в танка. Не бейте босс. Босс обнем. Захиливайтесь. Там метка. Бейте босс. Рискат, прожимайся, заходи. Райд зашел. Чем квадрат? Понесу квадрат. Спанк метка. Квадрат. Квадрат. Танк. Влад, метка. Могу рыбалу залить. Можем зайти. Идите, если забил. Шам, метка ближе к морде. Тима Фридом. Не спальте, чё-то хилю. Не спальте, чё-то. Да, блядь, не получается. Не получается. Заебись.
Давай, Шустершам, здесь останется бутербол во тьме. Где? Какого хуя мне дисплей? Шаман должен сам себя диспелить, не знал? В смысле не знал, я всегда диспелил, я не пойму, что меня диспелило, я три раза был. Только не в портал. Не в портал. Выше. Ну ебать, вы диспелите нахуй нет? Подымай этого шустрого шамана. Ну, алло. Блин, а, спасибо, наконец-то. Проценты. Герой тьмы. Ой, святу. Проценты 50. Сосед трэш только в святу. Тоже трэш, доки метка сам себя. Беда большого. Милик минуты и трэш. Мана не бить. Сейчас метка будет. Souls Life. Смотрим метеор. Бейте пока свет. Перебегаем. Сейчас свет стопнем. Будем опять бить трэш. Стопайте свет. Не дотайте. Смотрим лужи. Лужа в рейд. Большой поклонский в рейде. Бейте большого, даю гим на хп, бейте большого. Ну диспельте тьма, могу мало. Метка сам себя. Добивайте трэш свету. Помогите РДД добить трэш свету. Смотрим, метеор перебежали, захиливайте диплом. И все, падает. Поклонский, почему большой был в рейде? Сейчас диплом на стаке немножко убили. Это не очень, когда большой в рейде. Там покажи, диспалится с очищением духа, правильно? Ты прочитай, что там написано, там магия или проклятие должно быть. Это Кьюва что, у нас во тьме остается или она с вами в свет уходит? С нами во тьме была. Кто тебе выяснили? КВ. Блять. КВ, наверное, надо в РК сказать, позвать. КВ, ты в РК? Так а что ты во тьме делаешь? В небо смотришь? Давайте. Во тьме подиспелит фрешблад. Ну сейчас хоть хилить там веселее стало. Ой, лучше шустрый шам, ты будешь свету хилить, а бутербал во тьме. Так там кто-то упал, поэтому меня до сих пор. Не. Мы упали, потому что диплома сбрили мелкие. И там они на райд пошли. Во тьме кто-то метку выносил, они вроде местами поменялись или как там было. Не, он шустрый шам сдох. Я же говорю, я три раза нажал по себе на очищение духа, который диспалит проклятие, оно почему-то не здесь. Поэтому я просил здесь, но никто не здесь полил. Когда здесь полили, уже было поздно, не успел выбежать. И не хватило бы с ним даже себя выпить. Все, ничего страшного, давай дальше. Погнали там, бафаемся. Дайте хуба. Чек. Шустрый шам, ты будешь свету хилить, ставь тотем на огне. Ну, тотем атак огня. МП5 дайте по волку, что не хватает, рейтри, бутербал. Еще раз чек. Гнев воздуха имеешь в виду на РДФСу? Шустрый шам, ты в свету хилишь, все готовы. Я понял. Риска где ты там, почему ты не на позиции? Чекните, сколько там ударом смерти на хиле. Сброс. Чё, давай, начинай. Этот мир вот-вот соскользнёт в бездну. Вам вы
И метка метеор. Метка. Смотри, метеор. Метеор перебежали. Нормально. Лучше спаунт метка сам с себя. Бейте трэш. Ой, трэш босса. Босса бейте, там роки трэш забьют. Что вы делаете? Диплом не ретаунт босса. Это метка. Не спаун. Смотрим, метеор перебежали. Подрать уже в рай... не нормально. Бейте этого босса. Ну, поклонский метка без пальки. Так, давай рискат, заходи. Опять зашли. Давайте квадрат, стали все в квадрат. Станьте. Трубал метка. Ясно, падайте. И ты уже сам шутил там, походу. Я стреляю от маски, типа. В одной себе хит надо, в одной. Ну, 152 тысячи шустер, шам волна. 131 тысяча гутербол. Ну, значит, это танки проблема. Ну, если сейчас его хилили. Дали смерти нету. Никто не заметил, как он умер. Сейчас глянем. Вот 5 секунд. Так, ему прилетело 23к. Потом через секунду ему прилетело 26к. И потом... А? Чем прилетело? Рассекающий. Обычная атака и еще обычная атака. Ну вот 2 секунды не хилили. И за эти 2 секунды ему 3 пюхи прилетело. Так может быть спекнем 5-го хила? Который будет его раз в 2 секунды хилить. Даст ему умереть. ДЦ, например. Ну да, придется спекать. Да блин, у нас два шамана. Один... Может, вот того еще шамана возьмем. Вот у нас в гильдии, который 5,7. Да, можно его, кстати, взять. Пусть хоть подхиливает, у нас все равно место свободное. Спекайся, доти в ДЦ, короче, тогда. Боди в минус один бить. Есть он палабаф и рейд есть. Дайте маунт, маунт. Да блин, изначально же нормально там все хилось, пока свет не упал. Да, ну хилились, пока метки на хилах не шли. То, что я там выживал крайне случайно. Короче, я ебал экономить эту ману кипучую. Если сяду, так сяду, значит лети, и все. Слушай, ну это хуйня с этим экономим. Давай, чек. Шая ману на 2 секунды. 5x5 по охотнику. Не спалишь во тьме в ДЦ. Большое спасибо. А сколько секундка стоит волна у шамана? Одна. Так я вообще хуй знает. Ну, просел на пол хп, кинул волну и все, черт бы. Там готовы зашли за линию, начинаем искать. Быстрые ныне цепная волна. Стали в квадрат. А
посмотрим. Порядка. Нет. К вас возвращаешься. Пёр перебежали. Ну-ка, развивается нормально. Теперь квадрат. Бейте босса. Бейте босса, Рокки и Ход забьют трэш. Лень метка, сам себя. Босса бьём. Перебегать. Остаться големов добивать нет. Это сейчас минус один. Кто остается? Влезни до тайм, останется големов добивать. Бейте, джаспанк упал. Войд, поднимай его. Бейте, трэш. Пишем метка. Ебать. Тут пишем, что это за диспел? Падай, да? Кто сейчас диспелил, блядь? Падай. Давайте лучше пойдем к нашим. Я не диспелил. Ну давай посмотрим, кто диспелил. Ты же не выбегал, блядь, еще. Тебе ГП и тому, кто диспелил. А кто? На ком это было? Хера, сейчас работаю. Не понял. А кто здесь диспелил? Не понял. Либо Ретри, либо Доти. Так у них не пишется, что они диспелили. Блядь, пишет Куве, пылающий огонь на мне. Куве, кто тебя диспелил? Ты сам что ли диспелил, блядь, что ты сделал? Это после того, как уже все легли, на меня кинулся еще раз. А, тогда еще выше. Знаком это было? Блядь, я не понимаю, Ретри, зачем ты диспелишь человека в рейде? Минелтор. Так он сам себя диспелил. Минелтор диспелил Минелтор, блядь. Ты Войд вообще не понимаешь, что ли? Метка была на шустром шамане. Нужно того, кто диспелил шустрого шамана. Два раза в рейчат линканоли. Что это сделал Ретри? Блядь. Не знаю, блядь, все. Шустрому шаману тоже ГП? Ну, судя по всему. Медленно. Дайте рыбу, дайте фулбак по рейду, там лапу, монорек. Элвин, ты после этого трая уходишь? Да, потому что нихуя не быстро РСК получается. Хорошо, тогда давайте я по РЛ последний трай, все равно ничего делать. Чек на пул, бафы есть. Кристоф нет. Это, слышь, что, Олег, возьми печатку, он пойдет с нами РСК. Охуенно. О, секунду. Я ему в прям написал, он сказал, пойдет. Тут не САУ зашла, а ДЦ. Давайте шкаф. Доти, спекайся в ШП. Сейчас Мисао будет холи престом. Это четвертый пайт, ребят, големов. Сейчас есть еще мама. Починиться. СС есть еще? Силфайр СС есть? БР у всех есть. У меня 6 минут.
Блин, зачем Войт Рессел на первой фазе? Только сейчас это не понял. Олег, раздай крест. Ну, до диспела этой метки резал, если чё. Потом как-то диспелилась метка, это все отлетели. Лиса, вот тут готова? Верка? Лиса, вот верка? Да, я тут. Ну хорошо, пойди спой, пожалуйста, Тиме. Чек на пул. Подожди, я пошутил, это я голос изменил. Но её нету ещё. Пиздец, блядь. Ладно, это было неплохо. Спасибо, бля. Да, вот это. Повтори там про дисплей. Сал, ты дисплеишь тьму. Чек на пул. А, это было, самая лучшая шутка за день, блин. Что, какие-то скучные? Бесау, ты тут? Скажи, что? Сказала. Все, начни. Постараюсь максимально информативно доверить. Встали в квадрат. Метеор сейчас будет, а ты что от буса? Поклонский метка. И бежали. Блять, забирайтесь трэш с меня. Отошли от фрейма босса метеор скоро. Который был метка. Возвращайся быстро. Побежали. Уже в рейде. Где-то метка. Спел. Нажмись рескат. МС, ХУС. Заходите, рейд заходим. Сейчас я сакру дам, подожди, не прижимайся. Это в полумесяце. Бегаю метка. Что ты говоришь? Полумесяц стаков. У кого 10 стаков есть? У меня нету 10 стаков. Делаем метка. Заходите, если забили. Да, добили, заходите. Инеры бутерболы заливаем сразу. Резко, быстро, молниеносно, феноменально, оригинально. Какая метка, лезвие. Блин, у меня... Soulfire выйдешь, СС скинешь на стила. Сколько поставит уже? 453. Ладно, тогда не буду святую плату жать. Прожмись во имя Господа нашего Иисуса Спасителя из земли. Фаза. О, мне еще. Заляйте только метку. Уходим, свет. Ну, шаман, шустрый, выйди. Let's go, let's go. Давай рост свету. Я выносил и диспалил метку.
Все, без вопросов. Встали подряд. Зерплида назад. Бежали метеор. Во тьме дали рост. Мы уже в рейде. Сакру. Зерплида метка. Сам себя. Свет бьем только трэш. Только трэш бьем. Свет только трэш. Бейте Халеона. Зерплида метка. Встали в квадрат. От фрейма отошли. Метеор побежали. Свет бьем только трэш. Только трэш. Нам не метка. Диплом каплю на Поклонского. Быстро. На мне ебаная метка сейчас. Все, хильса. Так. Доти Дим на ману, шустрый тотем прилива, инеры шустрому как откатится. Когда это там? Пиво метка. Встали в квадрат, в луну встали. Квадрат. Метеор побежали. Сакру даю Поклонский для тебя специально. Пиздец, клейма. Как, сука? Ну, ничего. В сулфарме. Поняла, бля. Весь бы. Подымешь. Подым... Подымай сейчас. Блядь, гонишь бутербол? Что такое? Мало. Почему? Нельзя захилить танковать ведь, что ли? Или рискат не прижимается. Да его можно было захилить. Куда он кастовал, я понять не могу. Давай, Last Try, Гутербол, Свету, Шустрый, во тьме будешь тупо хилять волной с линии. Покажите деталь смерти. Его не хилили, знаешь сколько, я тебе так могу сказать, 4 секунды. Я даже успел ему покровительство дать, восстановление, и все равно его даже не хилили. Пизда, косяк шамана тогда, если 4 секунды не хилит, это пиздец. Ну вот, я даже линканул. Может, он метку выносил, ты спаси. А он не выносил метку. Он пишет, что ты пиздишь, короче. Так вон, я линканул детали смерти. Может, пускай сам глянет. Дайте рыбу. А метка была пожирание чумы на зипере. Блядь, да вы там все обкуренные, сука. Мы КВ захиливали. 3 хила вообще, блядь. Там просто был пиздатый шум. Давайте пофлюсить. Хватит пиздеть. Наверное, сейчас реально мы вострай. Теперь Гутербол, Свету, Шустрый, Шаман, во тьме попробуем так. Нету времени что-то выяснять. Всех кресты есть. Мне кажется, если бы Кова танчил, он бы убили уже. Подымал Клеймана? Да, конечно. 8 года. Какое-то проклятие у тебя будет, короче. И только ты поднимаешь, сразу вай. Дайте пистбал. Это меня во тьме подставляют, пацаны, хилы. Смотрят твой отрез. Давай-ка влезь, забежим. Чек на пул. Там сразу спиной стоит. Во тьме надо хуярить в танковую муту по ПКД. Дал им P5. Заходим за линию быстро. Чек на пул. И начинай. Сколько ССК, да? Пиздата. Ну сейчас, если кто-то падает, это будет плохо. Клон метка. Ставили в квадрат. Бежали.
смотрим ножик удалился, куда трэш идет. Я убью мерка. Да, полегче там, хильте людей, я один не могу хилить. Четыре человека проседают на 50%. Встали в квадрат. Ну чё, метка, чаш. Бежали. Нет и всей. Кстати, да, клейм мы забыл ГП накинули. Чёрт. Давайте в квадрат. Смотрите, сейчас трэш пойдет, не проебитесь. Шустрый, метка, жди. Прожми, Дипон, прожми, что ты не прожимаешь? Спасобилово сейчас было. Жесть. Все равно откатится. Подожди, не заходи, пускай лужа пропадет. Ага. Все, заходи, танк зашел, прожался, все остальные зашли. Кинул тебе капку по-конски. Через 10 секунд сакра. Отошли квадрат. Чего вы там стоите? Сейчас метка кинется, вы умрете. Я не буду захиливать это. 500 ГП. Алло, вы слышите меня? Пиздец. Зерл Прида. Ты особенный. Где-то метка. Заходите. Все, заходите, иннеры заливаем шустрому шаману. Маны вообще нет у меня. Залили. Залили? Нет. Ну, залейте иннер шустрому шаману. Там два иннера. Залю, ставлю тотем. Тотем зря сейчас ставишь тотем. При выходе залью ему. Надо сейчас заливать, не при выходе. Если я говорю, надо залить, значит надо сейчас залить. Я не здесь просто так. Готовься. Блин, и Поклонский сделал ошибку, но ты меня спас. Я обновил печать. Просто святух. Встали в квадрат. Поверни рейд на правее, поверни от нас. Вот так. Бежали метеор. Рост во тьме. Мы уже в рейде. Караул, диплом, метка. Трэш, бьете свету? Свету бьем только трэш. РДД большого голема, милики, мелкий трэш. Квадрат встали, КВ метка, хатай метка. Блять, я не успел. Блять, это надо мне во тьму заходить, короче, хилить, потому что вы не захиливаете танка. А говорили два хила, блять. Короче, вариант. Либо сейчас Светодар заходит на Холи Пала, свет хилит, и я во тьме похилю, либо расход. Все, заебало это уже. Покажите детали смерти на ДК. Где добьем? ДК не прожимается, наверное. Не бьет даром смерти. Мы посмотрим. Мне сказали только АУП теперь. Покажите во тьме урон Рейската. Да, у меня он не сохранился почему-то именно.
Это нормально? Кровавый удар 3-4-4-1. Да не тот удар, кровавый удар, да, другой. Все, бля, уже подумал, что он троллит. Просто слабые хилы какие-то там, может четвертого хилавать ему надо. ДЦ, например. РДРУ нес метку, танк упал. А причем РДРУ, когда я стоит... Сколько хелиона осталось в процентах? Да там много еще было. Там даже не успел. Всем спокойной ночи. Ну надо, значит, вам хилить лучше. Подтягивайте свой скилл, ДЦ, Эрдру и два шамана, которые хилили. Я его и так хилю. А мы не делаем больше трай? Давайте чекнем. 2-4 пойдем. Один бы я рассказал. Кто ушел? Паймон совал. А, Элвин тоже? Все, тогда расход. Всем спасибо, завтра добьем.